А, даже два тогда, да. Вот и бальзам. Черная магия. Да. Мы правда знаем, что бальзама уже сколько уже лет нет? Как они отказались от натурального бальзама. Нет, ну помнишь тогда еще они выкинули складик, где были натуральные добавки. Оставили только химические, которые не воняли. Павел, что у нас? Рижский русский театр. Он у себя снайпера. Да, якобы. Да, сейчас здесь масса народа. Как-то вечером побольше стало. Некоторые же еще днем работают. Ну да. Некоторым не надо найти на работу. О, развелось этих самых фигурок разных. Красивых. Ага. Еще деньги хотят. За что? А за что? За краску. На краску? Да. Жалко, здесь рекламу убрали. Там была такая симпатевая девица. О, еще тетеньки. Смотри-ка. Ожили. А. Представляешь, завтра вся эта толпа не сможет ходить к памятнику, только кругами. И будет, а что случилось? Что такое? Ну, кажется, тетенька Меркель поехала. Ты даже по имени не знаешь? Да, принцеп нам ангел, да. Ангельская девочка, да. Да. Нет, ну я понимаю, что если тетя Меркель приехала на улицу Меркеля, да. Ты другой. Да, старый корень, так сказать. Дедушка, мол, якобы здесь был когда-то. Прав. Да. Он что-то полицейский пристает, смотри-ка. Человек. Слишком близко, не патриотично.
так сказать, тривиализировать, так сказать. Чего? Памятник свободы. О, а здесь чем развлекаются? Смотри, вот там. Толпа даже стоит. Они вернутся очень скоро.